постановление об этом заявлении Главного Олимпийского комитета России Александр Жуков, председатель Международной организации Рио-де-Жанейро. Он призвал, что не смог оказать сопротивление беспрецедентному давлению и не позволить расколоть. В вмешательство политики в спорт глава ОКР привел в письмо 19 россиян в играх в Рио. В своей речи Жуков также обратил внимание на то, что российский спортсмен отстраняет от ребят и карьера. По его словам, десятки наших спортсменов запущены к игре, были просто невыполнены критерии. Дмитрий Медведев анонсировал изменения в законе о госуслугах, в частности, касающихся коррупционных, что подчеркнул, что все зависит от того, как законодательство президент поручил до 1 августа определить срок госуслуг, организовать отдых детей, организовать разработку профстандартов в этой сфере. Рассмотреть вопрос о лицензировании деятельности по организации отдыха детей после трагедии в лагере в Карелии. Помню, в результате штурма, в который попал туристическая группа из детей инструкторов, на Петям озере погибли 14 детей. Войского в тот момент, когда журналист сделал репортаж, к нему подошли несколько человек в тельняшках и билетах и понесли его в воду вместе с телефоном и микрофоном. Не пострадала, вот человек не разозлился, а наоборот поздравила множество людей с праздником. И в завершение выпуска коротко о погоде. В Москве в эти минуты 31 градус, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Так, немного притомился. Притомился. Так, в движении мало нахожусь. 9:20. Родина тоже мало. 686 километров. Ладно. Сколько там до Екатеринбурга?
предварительный итог. Состояние дорожного полотна. Можно сказать следующее. В Кировской области заметно улучшение состояние дорожного полотна, но ну до хорошего, конечно, если говорить в целом, еще далековато. Пермский край. Для строительства магистрали. Но судя по внешнему виду, чисто внешне визуально, стройка временно, я думаю, заморожено, что брустверы, карьеры, и они уже поросли травой. Людей, работников, рабочих на этих участках не видно. Движение идет по объездным участкам. Но объездные участки более-менее в нормальном состоянии. Бетонные плиты, разметка. Работы, конечно, еще не початый край. Я имею в виду весь комплекс с инфраструктурой, с самой дорогой. Ё-моё, не обойдёшь. В Пермском крае дешевле, чем в Кировской области, примерно на рубль. Если по дороговизне говорить обо всем пройденном маршруте, в настоящий момент самый дорогой бензин пока в Кировской области, на втором месте по дороговизне, это Пермский край, Московская область, Ярославская область, Кострома, бензин одинаковый, 34,40. В Пермском крае 35,60, 35,80, в Кировской области 36,40, 36,60. Сейчас проезжаю Лукойловскую заправку.
смотрел, не заметил. Плохо видно было. Так, сколько же на Кате? Кунгур. Развязка на Кунгур. Мы выходим напрямую на Кате. Так, Кунгур тоже позади. До Екатеринбурга 310 километров за 100 до Екатеринбурга можно будет искать место для привала, для ночевки. Еще нужно проехать еще километров 200. Средняя скорость сегодня составила 73 километра на настоящий момент. 73 километра в час. Но это с учетом остановок для замены карты, для короткого отдыха, для заправки. Все это учитывается. Составляет 73. Вчера, по-моему, было 74 за весь день. Я думаю, сегодня будет, наверное, такая же. Расход бензина 5,1 литра. Движение 9:32. А еще пару часиков. 2-3 часа я постараюсь еще двигаться. Что такое? Так, где же мое кофе? Когда останавливался на замену карты, вторую карту за сегодня, то есть пятую серию, разогрел этим электростаканом воду, заварил кофе. Вот такой момент сейчас переломный. Когда наступает второе дыхание. А вижу, вижу.
пустите. Мотоциклисты. Скорость 50 километров в час. Знак стоит, показывает рекомендуемую скорость 70. И сразу следом 50. Ну-ка. Вот пост ГАИ, где Солота сидит. Вставляют отставы. Вымогатели, взяточники. Я же говорил, пункт взяточников. Пост ДПС. Ну хочется за него, как бы. Они и не все деньги в карман себе кладут, то, что вымогают у водителей. И какая-то часть идет, видать, на дороге. Машинка на горке стоит.
Машинка на горке. Похоже, 50 ограничения, блин. Будем смотреть на знаки. Потому что здесь, как в Башкирии, так и здесь. Там беспредельщики. Жадные. Так и здесь. Машинка на горке. Наказать не могут, на временных знаках уже, сука, наказывают, пидоры, блядь. Вот и на горке они и стоят, вот они. Ловят тех, кто из Питера выезжает, из Екатеринбурга. Немножко ушло до соточка. Да, парит у тебя нет как-то, блядь. Скамейка, работай, работай. Это означает... Что ты ставишь на расширение? Блять, у меня что-то с тормозами воздух пропал. Не пошел. Ткани, обгоняй, обгоняй. Так вот, понимать надо. Вот оно, Скания пошло.
знает, может, гаишник стоит. Солдафон ушел вот из права. У меня никого нет, давай. Поехали, поехали. Спасибо, брат. Удачи. Транс, походу, наверное, перегрузился. Наверное, немножко перебор бы. Уже под такую дорогу не поднялся, так же, блин, что говорить про остальные.
Это дает нам больше 35, а потом ты вот еще. Опять машинка работает, блин. За фурой спрячься.
машинка. Как у нас там остановится, ладно? Пожалуйста. Я выбрал два, бы чистенько было. Я на стоянке стоял. Понятно. У вас чуть подальше туда на Пермь. А машинки работают, кстати, там портфель продаем на белом месте. Взаимно. Дальше не пациент, потому что вышел с Красноводинска. 40 часов в день, там чистенько везде, мы бояки везде.
никого не касаешься. Скания, давай, давай, выезжай. Давай, давай, можно ехать свободно. Давай, Санек, счастливо. Витюха, пока. Thank you.
колонкой в любом объеме. Наличный безналичный расчет. Мы находимся на 222 километре со стороны Перми, на стоянке кафе «Кодру». Также на территории к вашим услугам гостиница, русская баня, душ, охраняемая парковка.